Хаюхай, с вами... А, не то кино. А, что ж, всем привет, с вами Мобиас, и добро пожаловать на прохождение Resident Evil 4. А, да, как я понял, мы остановились вроде на этом самом каньоне. Ой, что-то странно, но у меня просел FPS, вот сейчас нормально. Так, мы купили снайперскую винтовку, поэтому теперь можешь сношать их просто как младенцев. Так, ну что ж, начнем с тебя, ублюдочный. Так, стоять. Сложно прицеливаться довольно. Надо в башку нацелиться ему, попробовать попасть в такое расстояние. Опа, молодец. Так, бородач, вон вижу бородача. Правда, тут лут мы с них собрать-то не сможем. Ну, в принципе, особенно ты не двигайся. Вот с динамитом главное убить вот этих. Блин, я ему плечо прострелил. Надо... Ай, я дебил. Стой так. Да твою мать, вот, вот знаете, как сложно вот реально прицелиться. Давай. О, попал. Все патроны просрал. Что ж, там его, у них лут, но... Срал я на этот лут. Вот, вот стоят два ублюдка, вижу. Лут это здесь мы еще соберем, это все. Так, один упал. Что-то громко орёт тут. Не знаю, как на видео, но у меня очень громко все. А, ну, в принципе, приловчиться. Оу-оу-оу-оу. Ты что тут делаешь, дядя? Еще один. Просто надо приловчиться. Там еще один, не? Ладно, все, один патрон остался. Ладно, давайте этот патрон оставим, наверное, да? А, возьмем привычный всем пистолет. Гранат оставим, ну, сами знаете, на что. Я просто человека довольно экономлю, поэтому... Ай! Блин, я испугался, вдруг заорал. Ты че, придурок? Иди сюда. Так, давай, давай. Опа, готов. Ну ладно, готов на самом деле. Сука, пыль в глаза прям. Так, наверное, у меня микрофон упал. Да, это было не очень приятно, но... Пыль в глаза прям вот из игры мне в глаза упал. Плюс, 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 плюс. Ой, ублюдок. Ой, 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 ой. Ой, надо, короче, обратно идти их с винтовкой лучше убивать. Дверь-то закроется, надеюсь, да? А я возьму винтовку сейчас лучше. Там что-то слишком много оказалось. Ой, у меня аж FPS опять просел вот на этом месте. Ты чё, дебил? Я помахнулся с него, вот, у меня жестко присел и все. А, они заходят! Вот этого! Твою мать! Ого-го-го! Ого-го-го-го! Нет, ублюдок! Все, ну. Так, валим. Вот это эпик. Он че, нам сюда кинешь, что ли? Ты чё, даун? Ты же не кинешь сюда, я же знаю. Вот, даун, с динамитом. Ой! Ой, дядя! Дядя, стой! Видишь, что? Вот это вот. О-о-о! Блин, попал. Нормал, все. Вроде как все. Не? Еще что ли? Ну так. Твои пластинки слушала я. И каждая убивала тебя. Да это я про наших друзей. Почему музыка такая звучит? Я вроде всех убил. Мне не нравится эта музыка. Так, нет, не всех. Ага, он еще. Ой, ублюдки, откуда же у вас тут столько? Так, главное, чтобы не было с динамитом. Ой, с динамитом, ублюдочный. Вот этот вот. Так, у меня плохие новости, у меня есть одна идея. Не хочу это делать, у меня гранаты есть. Мне не хочется их тратить просто. Надо мудил с... Не кидай только. О, вот, вот, давай, своих. Тут много ударов. О. Вот этого. Так, ладно, возьму лук и... Он жив? Так. Вот это уже плохо. Так, ладно, у нас есть время. Если мы сделаем так. Отбежим сейчас, откадешимся. Ой. Ты чё, мать твою, ублюдок? Оу-оу-оу-оу. Боря, полегче. Меня, наверное, очень херово слышно, да? Я просто некоторые проблемы... Вот, да, вот так. Что ты делаешь? О, прям на куски разорвало парня нашего. Ну что ж, старикан, у тебя нет шансов. Что побеждает, старческий опыт и умение, или молодая сила и отважность? Конечно же, молодая сила. Это просто есть такое явление, как физическое, то есть по своей физической силе он может сделать больше, чем умственный опыт. Как бы старика.
Поэтому Леон выигрывает в этой схватке. Ну что за музыка? Я же вроде вот сейчас точно всех убил, не? Бред какой-то. Там есть бочка, вот почему я бочками не пользуюсь? Потому что я люблю в конце вот так. Опа. Я думаю, каждый, ну почти каждый геймер, когда видит бочку, если даже рядом нет врагов, все равно ее взрывает. Это как бы уже в привычку вошло. Я думаю, пройдем сейчас этот каньон, и там уже можно будет услышать звук, как... Вы слышали, да, это? Вот где ублюдки? Они... Так, он что, здесь что ли? Ну ничего, они не пройдут, здесь вроде как двери стоят. Но мне музыка это не нравится, потому что она какая-то... А, вот ты где. Ну хоть не... Не с динамитом. Опарыш. Ну что, опарыш? Иди сюда, глянь свой блок. Что я несу? О, сквозь дверь попал. Ой, патроны. Ты что, не подходи близко. Я вооружен и опасен. Башку нацели. Ой-ой-ой. Ха-ха, лол. Ну что ж вы сделаете? Давай. Что? Я тут... Ай! Я думал, они будут ломать ее, типа. Пнуть. Ой-ой-ой. О, ну. О, классно было. Прям сквозь дверь так. Хуяк, и нет башки. Так, подберем это говнище. Так, что тут, что? Еще, да. О, они раньше были все мирными жителями. Это Леон, получается, серийный убийца. Столько жителей бывших мирных поубивал. Ну, ай-яй-яй, Леон. Так, опять граната. Зачем есть ослепляющая граната? У меня их и так уже много. Мне их просто некуда девать. Они, в принципе, нахуй не нужны. Поэтому можно их просто выкинуть или продать. В винтовке, к сожалению, у меня нет патронов. Ну, по сути, мне кажется, их так много было, потому что они думали, что я буду использовать автомат. Но не тут-то было, я безбережливый сукин сын. Ладно, не сукин сын, просто сука. Нет, не сука, ладно. Да где? Где? Вот я слышу звук. На крыше надо, да, наверное? Надеюсь, что на крыше. Потому что я сейчас поднимаюсь и... Да, вот, вот. Не кидай, о, косой. Кривой поц. Уже не пнул. О. Блин, ну башка разлетится. Я люблю, когда пинаешь, и башка так разлетается в куски. О, ты живучий, старикан. Они все, кстати, седые какие-то и близнецы. Ну, что близнецы, это ладно, как близнецы во всех играх. Могли хотя бы цвет волос менять, а то чисто все седые почти. На, амулет, правая половина. Хоть где-то я нашел свою вторую половинку. Но сейчас мы не обо мне, а... Как тут спрыгнуть? Ладно, придется сейчас лестницу, походу. Или можно вот тут, да? Да, вот тут можно. А то я не хочу потом хуярить до... О, что это? А, 1200 пений на халяву. Так, ну что ж. Теперь нам нужно найти вторую половинку. Я, кажется, знаю, где она. Точнее, кажется, а так оно и есть. Эта половинка где-то тут. Я же играл в эту игру. Я вам не буду спойлерить сюжет или что-то в этом роде, но... Для того, чтобы быстрее как бы пройти игру, чтобы не укладываться в 100 чте. Так, значит, кто-то бежал, мне показалось. Да, нифига. Так много, вы откуда взялись-то, парни? Ой, проблемы. Ты чё, грязный? Похоже, знаете, вот как у меня дом. Иногда дом чинит такие вот кавказцы. Реально, кавказ сила. Они хорошо такие печи укладывают, как раз для этого сделаны, походу. Да, если вы думаете, что я расист или националист, то это по правилу. Я такой. Ну ладно, может быть даже не националист, а просто расист. Вот это было опасно. Да откуда? Вот они прут и прут, что за бред? Ту? Что? Пусто? Ладно, у меня есть идея. Что, будешь ты? Что ты сказал? Воу-воу-воу, парни, тихо. Так, у меня что-то у меня есть из оружия. Давайте-ка гранату, что ли. Не, давайте дробовик, для дробовика у меня много патронов уже слишком. Ну что, ублюдки. Ай, у меня же залагало. Так, страхивать. У меня просто FPS присело жестоко. Когда я... Вот, сейчас патроны заодно залутаем. Кстати, парни. Уже две пачки, уже двадцатка. Для автоматика. Ну чё, ублюдок? А, я думал, можно будет зарезать. А, он живой. Уже нет. Да чтоб патроны не тратить на всякий.
Так, у меня есть одна идея. У меня, короче, есть яйцо. Ну, как у любого нормального мужчины. А, шутка, да. Заюзаем яичко. Яичко. Я еще слышу. Вот откуда они? Вот я играл на версии не для записи. Там, где убогий графон с PlayStation 2. Там такого не было. Там у всяких пушек, конечно, прикольно. Пошел отсюда. Лох, уклониться пытался. Ну и тут-то было, да, батенька? Ну, вот, патрончиков у нас уже норм. Бабла немерено. Продадим еще... А я золотое яйцо-то не продал? Не продал! Вот я идиот, я же мог там столько бабла наварить. Так, ну ладно, дробовик мы оставим в покое, наверное. Сейчас надо разложить все красивенько, вообще, вах-вах. Зеленую травку, конечно же, даже. Чтоб красиво все было, вот так разложим. Я люблю перфекционизм. Вот, я выиграл это слово. Мне, картавому ебану, это сложно было сделать. Да, я очень самокритичен. Вот. Я надеюсь, сейчас не зайду в этот проклятый дом. Здесь не будет еще пару ублюдков. Мне вроде все хорошо. Так, что у нас? О. Вот было бы так жить. Так, открываешь школьный ящик там, например. Ну, я не школьник, нет, ни в коем случае. Открываешь школьный ящик, и там вот такая вот горсть с монетами. Точнее, не горсть. О, кстати, кстати. Это значит то, что можно сделать вот так. У нас теперь две дорогостоящих таких вот хуйни. Так. Это хорошо. А где вторая половинка? Угу. Вторая половинка у нас... Точнее, правая половинка. Как инь и янь. Здесь ее вроде как нет, да? Так, а где тогда? Не понял. Наверху здесь что? А, бочка. Бочка мне не особо нужна. Мне нужна вторая половинка, чтобы пройти этот момент поганый. Так. А, вот. Так, бочку я взорву, конечно же. А можно отсюда как-то оттуда... Бля, сейчас туда вниз надо хуярить. Ну ладно, как бы не впервой. Откадешься на всякий случай. Откадешься, не знаю, почему-то говорю. Я заряжусь, по сути. Но, откадешься нет буквы Р. Что за бред? Как мне туда запл... Нет, только не говорите мне, что нужно... Фу, пиздец, ну надо сейчас перейти вот отсюда, вот так вот все оббегать. Я поставил паузу, но... Мне лень. Поэтому просто пройдем так, и все. Надеюсь, меня слышно нормально, а то у меня микрофон, сами знаете где. Не через что, а где. И тут слово не по рифме должно подбираться. Мне сначала показалось, что вот этот камень или вот это вот сверху голова, это кто-то кого-то в камне укатали, типа. У нас на районе такое бывает, шутка, я не... гопник. Да. Типа, надо перезарядить винтовку. Понятное дело, если я играю в ком, то значит я не гопник. Давай, очень полигональная винтовка, которую я не буду брать. Вот наш сундук, и в нем, скорее всего, да, вот вторая половинка, или это левая? А, левая, мы взяли правую. Хорошо, хорошо. Спрыгнуть здесь можно, да, это хорошо. А, вот для чего это было сделано, чтобы спрыгнуть оттуда. Все, теперь мы вставим... А, надо сначала это скрести, типа, да? Половинки две соединить, так. Ой, комбайн, он, кстати, вот, да. А я не могу... Кружку, не. Кружку я пока продавать не буду, потом хочу его за 30-ку продать. Ну и сколько там, я не помню. Вставляй, братюня. Использован предмет шестиугольный амулет. О! Использован предмет шестисторонний амулет. Йоу-йоу-йоу. Тёлка делает меня. Ладно, ладно, это уже лишнее. Ну, как бы немного не в тему. Ну, вы же мне дадите сохранение, вы же добрые люди, я в вас верю. Что, нет, что ли? Ну, как, ну, блин, ну не по-братски как-то. Не по-хачевски, не по-братски. Ну, что же вы творите? Что такое? Такое творите со мной, мне это не нравится. Жестокое обращение с животными. В данном случае я животное. Со мной разработчики плохо обращаются. Точнее, жестоко обращаются со мной. Бьют меня. Как меня моя учительница по информатике била. Вот я не сделал информатику, она нахуй я клавой поебала мне. Я такой, ну, в общем, было мне больно. А все из-за чего? Из-за того, что у нас жадная шлюха. Ладно, не шлюха, стерва. Просто жадная стерва. Ей 50 лет, но она жадная стерва. Она всегда хочет, чтобы я делал больше и больше. Как, она как будто, знаете, вот если бы было правство, она бы точно хотела быть этой госпожой. Хотя, мне кажется, с ее то наглостью она была бы, скорее всего, рабом. Не знаю, шила бы для своих господ ботинки. Точнее, прокладки для...
других господ. Потому что она ненавидит женщину так. У меня есть подруга в классе, ну, точнее, была подруга в классе, она ее волосами, короче, обстула и наша. Твою мать! Че ты? Пошел! Твою мать! Блин, да вы че, сука? Вот я косой, надо в голову. Ооо, я мастер, да? Видали? Гранд мастер битс. О, прописал. Хеды обоим. Обоям. Бедные обои. А винтовку я могу призвать. Да, у меня там вроде 10 потом было. Нет, 5, пиздец, печаль. Мне нужно хильнуться. Для этого у меня есть. Ну, у меня пока хп. Давайте мне еще раз резну, чтобы красное было. Потом. А почему? Это у меня же. Я же получил 5 патронов, а не 2. Для винтовки. Странно, все. Прицел у меня соединен, да? Я просто не помню. Так, стоять. А, все, теперь соединен. То есть все это время я стрелял со стоковым прицелом. Так, нет, у меня вроде такой и был, или. Ладно, неважно. Это сейчас как бы. Патрончики, патрошки наши. Я же взять хотел. Ничего интересного нет больше, да? Окей. Тогда мы бежим сюда. Что там у нас есть? Что? Точнее. Ящики всяк, видимо, здесь грузчики работали, кавказские. Братья наши. Ну, не братья. Мне кажется, здесь надо что-то сделать. Там, наверное, может там что-то пострелить? Да. Ну, я лучше выбью ножом там или... О, нет, это мой, кажется... Самый нелюбимый. Твою мать! Так, что делать? Будем действовать по их системе. Что посеешь, что и пожмешь, мудила. Пожмешь. О, я такой успешный. Я сдох? Да чё за говно? Какого хуя, Лён, дебил? Ну вы погибли, ну ты шутишь, да, блядь? Не хочу заново все проходить. Мне даже бандикам не стоит кнопка паузы. Монтировать не хочу. Может, как быть? Ну, придется вам ждать, друзья. Все. Ой, все. Ладно, сейчас по-быстрому, короче, все это сделаем. Вы можете там перемотать через минуту. Где тут бочечки мои? А где? Да, вот бочечка. В прошлый раз было 1000. Верните мне мои ступени. Я же говорил, да, что меня разработчики не уважают. Да. Все, тут бочка еще. Надо все как-то быстро проходить, аккуратно, чтобы не подставляться ни разу. Там, где была толпа в подвале, наверное. О, ну-ка. Я могу что-то с этим сделать? Стрелять могу поэтому? Нет. А, давайте я возьму гранаты, короче. И гранатами тех ублюдков, которых было много. Зажигательную грейну возьму. И гранатами буду, так сказать, выкуривать. Наверное, сначала зажигалку. Ну, или обычную. Нет, зажигалку. Обычную я просто там. Точно будет много. Да? Лови, ублюдок. Блин, одного надо было, чтобы много было. Ну ладно, мне еще есть такие. Опа. Ой. Стоямба. А, Лен, беги! О. Так, ну что, все, гранат нет. Нету, ёпта. Кто гранаты сохранит? Сейчас это будет просто мир травки. Что я сделал? Я... Ёбаный дебил! Ладно, я ДЦПшек, ладно. Не буду как бы уже. О, я просрал только что всю зеленую траву на бесполезное, фулл зеленое. Боже, я идиот. Какой же я придурок. Ладно, в принципе, не так серьезно. Ну, всю игру собирали это. Ну, как всю игру, 3 части. Собирал я это, теперь, блин, опа, и все. Так, небольшая перестановочка. Все, вроде места есть. Взять пикаль. Ну, сейчас у меня хотя бы полный хп, то есть меня с одного, как бы, с одной тычки меня не убьют. Я думаю. Так, денежки мои в карман, давай, да. Там можно как-то поаккуратному пройти, чтобы стреляться, стрелять, типа по стелсу.
А что сейчас произошло? Они типа сами себя что ли убили? Пацаны, мне не хочется вам ничего говорить, конечно. Ну, даже не пацаны, а мужики. Не хочется вас оскорбить. Ну, как бы. Называется. Ну блин, я не помню, как это слово. Короче, не хочу вас обидеть, но. Как бы вы ебланы. Вот так вот. Само то. Что тут? О, быстрее все взять. Так, нет, не быстрее. Лучше дышить. Лучше это все. Привет, мой упоротый друг. Патроны для всякого дерьма тут ненужного. Ну, хотя винтовка, в принципе, очень важная вещь. Дайте помогу, здесь будет шпинель. Кто бы сомневался. Это как бы везде есть. Так, змеи нет. Фух. То обычно змея выскакивает. Ну что ж, все, вроде как я прошел это проблемное место. Даже мне где-то за минут 3 прошел-то. Вы что, тут же не будет этих? Ублюдочных. Нет? Бочка. Да что за кидалово? О, стоямба. А, туда сейчас я пройду, я думаю, может как-то через окно просто. Еще травка. Ну ладно, в принципе, не критично то, что мы просрали, но обидно. О, стой. А как же, я же хотел забрать корону эту. Во. Я думаю, нельзя просто ломать эту. Маска. Вот, в эту самую маску тоже можно вставлять эти глаза, короче. Давайте, идите сюда, я вас сейчас приходу. В нормальном смысле этого слова. Ладно, я прыгну уже, а то что? Как избиение. Хотят. Я даже не знаю, что это за помещение. Какой-то коллектор или... У меня даже нет повода, как можно назвать... часть. То есть, не знаю, каньон, рудники, там, не знаю... Мертвый котят. Не, мертвый котят, ладно, я не живодер, я про собак не люблю, как я говорил уже ранее. 4 патрона убью. Да ты живучий пес. Сверху у нас ничего не пропустил. В итоге нужно быть внимательным, такие текстуры, что. Как бы. Нужно все смотреть тут. Ой, насколько. Ой! Ты что? Пнуть успею! Там что, еще будет, что ли? Только ты один. Так. Все. Музыка закончилась, значит, все. Все very beautiful. О, что-то там внизу. О, это что тут у нас? Патрошечки. Спасибо вам за такой теплый прием, ребят. Так, что же могу сказать? Караси, караси. За вас дают бабло. Ну не бабло, с вас как бы падает хилка. Ну, да. Окунь, это хорошо всегда. О, нихуя там рыбина огромная, вы тоже. Запирание, надо ее убить, она, наверное, потом. А, живая! Ты че, мать твою? Она есть не будет? Это как Far Cry 4. Твою мать. Ну блин, что делать? Она еще занимает место, как. Не, а можно ее лучше использовать? Охереть, просто. А что, у меня полный хп, а может что-то... Может пекль перезарядить, может освободиться что-то. Ну жесть, ну куда мне это сувать? Давайте, короче, ладно, я не дебил, так хорошо, что я это сделал. Соединим все травки. Вот так вот, чтобы место как бы освободить. Потому что я жадный, на самом деле, я в играх всегда евреем был. Потому что мне жалко было что-либо оставлять, и я всегда вот так вот запаривался. Вот теперь хватит хотя бы на окуня большого. Охереть, это рыбёха. Не хватает! Ладно. Теперь это хватает, я думаю. Да, ну... Ну это пиздец. Я тут всю рыбу не глуханул, нет? Блин, ну... Ну жесть, зачем мне такой большой это карп? А можем его как-то разделать? Посмотрим. Может, можно как-то его... А, это выкинуть, нет. Ну, по сути, восстанавливает полностью хп, то есть... 3 слота... Ну, у меня один слот остался свободный. Я хотел всех бы... А может, большую убрать и взять лучше маленьких? Они тоже как бы офигенно восстанавливают. А что ты так гранату выкинул?
Ладно, срать, давайте его тогда выкинем. Пофиг. И лучше маленьких пособираем, но побольше. Может, нифига, что он делает? Сейчас, наверное, скучный процесс довольно. Да как ты... Вот, лучше возьмем маленьких, они как бы останавливаются только, что ХП у нас не полный круг, да? А, нет, вроде как прокачка полного круга. Ну ты чё? Вот, и полностью как бы я восстановить и маленькими смогу. Маленький тут где-то еще один плавает, да? Я же говорю, я в играх еврей. Я всегда дохожу до конца... Ну, вот я то есть к прокачу четвертому. Вот эти рыбы, они изрядно меня попортили. Вот, 4 рыбы, а так всего лишь 2 было бы. Блин, ну гранату зря, конечно, реально выкинул. Очень зря. Нет больше? Тихо. Ой, вы, наверное, слышите мой комп, мой холодильник, который стоит у меня в комнате, как бы это странно звучало. Ладно, буду побольше пиздеть, чтобы вы слышали различные шумы и всякое дерьмецо подобное. Пишу я, наверное, уже 40 или 50 минут, и, знаете, как бы мне это не радует. Мне нужно еще готовиться к сессии. Так что... На твою мать, мне дадут сохраниться, нет, я... Так, ну, тема уже известная. Какие-то красные парыши ползут, фу, боже. Так. Что у нас? Медные карманные часа. Можно их с чем-нибудь, например... С... А вот, это говно, можно с чем-нибудь комбинировать? Зачем нажал экзамбл? Это мне комбинировать, допустим, с этим нельзя. А вот это... Мало ли, ну, кто же знает. Да, короче, нельзя, ладно, все, срать. Парыш, блин, долго. Ну, хоть здесь сохранение бы сделали. Твою мать, большой ящик, это плохо. А, здесь нет, блин, пени. Ну, блин, ну я хочу уже сохраниться, я не... Тихо, а ворона я спугнул? Нет, тихо, одна жива. Да, мать, вторую не успел. Мразь, ладно, ладно, так. А вот эту штуку я сшибать, наверное, не буду. Этот знак, дальше снова будут ловушки. Ну, их прям не видно совсем. Я, наверное, пожалею, что сейчас взорву вот это, но... Бог поможет потом. А, тут, кстати, где-то было это... Я помню, когда я проходил, где-то было птичье гнездо. Надо... Ворон, ты меня, знаешь, волнуешь. Ладно, хер с ней. Я хотел посмотреть, что там, может, еще какие-то плюхи есть. Все, насрать. Идем. Куда идем? С питочком. Большой-большой секрет. Или там вопрос был, я не помню. Секрет. Вопрос это типа там в измененной версии. Я не люблю, на самом деле, вот такие старые советские классные мультики смешивать с переводом дебильным гоблиновским. Ну это... Ладно, еще Даша пидорас, можно как бы смотреть, и даже бывает иногда смешно. А, он должен быть перевернут, типа, да? Сейчас мы перевернем его. Как этот знак должен быть? Вот так только. Я не помню, как он. Вот так, только перевернутый теперь. Все. Вот так, такая вот птица, типа. А, там зеленые эти были надписи, как он должен быть, а я туплю. Так, сохранить дадут. Да вы че, гоните, блядь, что ли? Где сохранки, мать вашу? Открыть. Патроны. Ключ. Так, надеюсь, сейчас не будет у нас, типа, катсценки какой-нибудь, потому что я хочу... Да, что это было? Так, проверить мне это не нравится, это что проверить? Здесь книги написаны на английском. А, так ты сам, ты же вроде... Ну, блин, Америк... Ну, как бы... Ну, ты понял. Чанин, типа, или там кто-то Америкос. Америкос. Ну... Поэтому, как бы, я не знаю, ты же как бы знаешь английский, наверное, все же. Записка старая. Что, давайте читанем. Да хера, читай. Фу! Согласно инструкциям лорда Садлера, я связал агента и оставил живых. Почему нельзя было с ним сразу же покончить? Я не совсем понимаю инструкции лорда. К тому же я бы не стал связывать их вместе, как было приказано, одержал бы отдельно. Хуёво читаю, ну, это, извините, пожалуйста. Пожалуйста. Я не думаю, что Луис станет доверять чужаку, но если они начнут действовать сообща, ситуация может усложниться. Если агенту помогает кто-то еще, думаю, ему будет только на руку. Да. Но может быть в этом и заключается замысел лорда Садлера. Оставить нас уязвимыми для тех, кто помогает агенту из Сера. Если действительно им кто-то помогает. Логика Садлера, как логика почти всех женщин. А, вряд ли это возможно, но если чужаки уже среди нас, то нашим планам пришел конец. Ну или, по-русски говоря, пиздец. Полный и бесповоротный.
Полагаю, лорд думает, что стоит рыхнуть, если мы сможем остановить тех, кто тщательно скрывается. Как бы то ни было, это приказ лорда, и мы выполним его безоговорочно, как всегда. Просто кулаком уже, блять, больно. Кулаком, как всегда, по столу, как в этих семьях. Ну точно нет, ну нет машинки, ну нет, прям вот вообще никак, да? Ну, блин, я же сейчас будет катсцена. Чё? Aquí los kilos que verás yo, la plaga sale de fondo mañana. El menos al pueblo, Pablo. ¿No escapar? Здоровый хер. Что ли у него были красные глазки? Мы с тобой одной крови. Ему такой голос не подходит. Тем не менее, ты аутсайдер. Так что учти, если нам станет неприятно тебя видеть, последствия будут для тебя соответствующие. За гаражами побьем с пацанами, понял ли он? Игра по сути серьезная, но... Одной крови? Игра серьезная, но по сути в ней тоже можно развлекаться. Давайте же возмолимся! Бля, то что мы закончили эту главу. И мы прошли только игру, наверное, процентов так 5. Так, сохранюсь-ка я, наверное, на 6-й слот, да. 6-й. 6-й слот. Конец 8-й главы. На 6-м слоту неплохо. Леон, на шаг уйдет информацию, потому что мы о чем говорите. Кажется, здесь замешана религиозная группа. Они называются Los Illuminados. Los Illuminados? Ну и название. А я нечаянно столкнулся со старостой этой деревни. В порядке? Да, он мог бы убить меня, но почему-то не убил. Сказал, что у меня та же кровь, что и у них. Даже не знаю. Что бы это могло значить? Ну... Недословно. Та же кровь. Интересно. Вот и мне, да. Интересно, почему у меня 20 кадров? Есть гораздо более важные вещи, с которыми нужно разобраться. Это ограничение какое-то? Сейчас у меня 30, но как бы ни лагов, ни фризов вы можете не видеть. То есть их нет. Просто нет, банально. Вот. Но когда вот они пиздели по своему радио... Ой, зачем я это сделал? Что? Это как понять? Ты же нас не будешь убивать. О, кто это по нему стреляет? Ладно, давайте все закончим. Я сохранился. Это вообще вам не надо было видеть. Это вы должны будете увидеть в следующей части. Ну вы и увидите это в следующей части. Вам придется заново это смотреть тому, кто смотрит. Тебе, ты понял? Ну, то есть я сам себе это говорю, потому что я буду смотреть, никто больше, скорее всего. Ну что ж, давайте покончим с этим уже. Нажму клавишу 8, скажу всем... Опять не токи, ну ладно. Ну что ж, всем, короче, пока и удачного дня.